Голд юморист, я юморист, не так пошутил, попал в блэк-лист. Хо-хо-хо, привет, я... Фейс. Шутки в сторону, я сейчас очень популярен. Всюду слушают мои песни, про бургер. Слушают мою песню, бургер была такая. Вот, юморист, конечно же. Еще много-много песен моих расходятся по всему миру. И я накопил денег и могу отправиться в первое путешествие. Так, ну куда мы будем путешествовать? Или... Чад, там 13 миллионов, ох. Или Ботсвана. О, чуть-чуть поменьше, 2 миллиона живут там. Так... Или... Уганда! 37 миллионов! Не-не-не, там слишком много людей. Или... Бруней! О, 423 тысячи. Вот туда можно отправиться. Маленькая страна, мало людей. Голд юморист, я юморист, не так пошутил, попал, блэк-лист. Короче, ребята, без шуток сегодня, да? Я не хочу попасть в блэк-лист, я хочу путешествие. Оу, привет, моя няня, моя любимая няня. Не совсем, я дерзкая няня. Ну, ты же меня вырастила, ты же меня нянчила. Да, я помню. Я других звал. Брайан мне сказал. Ну, я позвал других сингеров, которых я нянчила, которые выросли у меня на руках. Это Илья Соболев. С ужасом вспоминаю то время. Тату. Нас не догонят! Нас не догонят! Нас дерзкая няня больше не догонит! Ивангай! 5 минут назад! 5 минут назад! 5 минут назад! Я бы помог, но сейчас я занят. 5 минут назад! Лизер! Пачка сигарет в моем кармане. Может, закурим, братуха, а? Покурим, полялякаем про жизнь, а? Ну, потом, давай, братуха, молодец. Держи сигареты для меня тоже. Моргенштерн. О, я купить билет для тебя готов, чтобы ты улетел отсюда и мешал мне стать первым рэпером в России. Ладно, ладно. Тани Волкова. Ну где же ты, мой Ваня? Я готова даже снять тебе с футболку. Я готова для тебя стать голой. Что? О, Ваня! Волкова, уберите ее отсюда! Ваня, Ваня! Илья Пусикин. My big is dick, my big big is dick. Не надо мне твой Биг Дик, я хочу Ваню. И Майкл Джексон. I'm bad. Да, понимаю, почему ты bad. Было, у меня это тоже няня была. I'm bad. Oh, what's this? Russian alphabet. What? Няня! Няня! Захотел. Help, няня! Russian alphabet! Да, конечно, малой. Часы. О, часы уже тикают, мое путешествие началось, а я еще тут. Б. Баран. Кто баран? Да этот баран, Джексон, ни хрена не понимает по-русски. What? What you say? Я же говорила. Ули. Пчелы? Я пчела, ты пчеловод. Не надо эту песню! Это моя конкурентная, конкуренты на топ. Б. Баран. Кто баран? Дэд Джексон. What you say, please? Nothing say. Go away.
О, новый рэп получается. Nothing say, go away. Окей. Ну чё, ребятки? Чё, ребятки? Почему тебе надо путешествовать в те четыре страны, а? Посмотри, сколько всего тут интересного вокруг нас. Например, водопады вокруг нас. Можно там снимать классные клипы. Надо будет Олежику сказать. И реки вокруг да. нас. Ох, какая волна. Вокруг нас. Вау, это круто. О, это не круто. Вот видишь, полезешь туда в водопад, и сразу полиция тебя возьмет. Ну да. Ну да. Ну хоть посмотри, есть тут страны, где вокруг моря хоть какое-нибудь. Чад не знаю, Ботсвану не знаю, Уганду не знаю, Бруней. Нету там ничего, по-моему, Брунея. Уганде тоже нету. Ботсване тоже нету. Нигде нету воды. Они все замкнутые государства. О, а как я без воды? Ничего. Ничего без воды, зато едешь на... В Уганду. По Уганде вот на легковушке поездишь. Уганда первый балл. Ой, ну спасибо, Прусикин. Ну где же мой Ваня? Я для него на все готова. Ваня, Ваня, вылезай, вылезай. Ваня, Ваня, милый, вылезай. Я отсюда никогда не выйду. Ну что ты от меня все время прячешься? Эй, красотка, не надо плакать, да песенку послушай. Эх, ну давай, сколько у меня букв в слове Волкова? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Песня номер 7. Если дождик идет, не значит, если... Неправильная песня, не хочу дождя. Давай, Таня, сколько Тани тебе там? 1, 2, 3, 4, 5. Охранники? Зачем мне охранники? Я хочу путешествовать. 1. Неправильная песня. Не зря Иван Гай от тебя убегает. Песню даже выбрать не можешь. Ой-ой-ой-ой-ой, ну и ладно. Ваня, Ваня, где ты, Ваня? Да... Ошеломлена. Привет, Фейс, я тебя билет купил. А куда? Сейчас узнаем. Омка, там где льдины, где лед. Туда не хочу. Ботсвана, Бруней. Бычок, малиной бычок. Да, ну вся надежда на чад. Черепаха. О, черепаха на солнечной чаде лежит, ушами шевелит, на солнышко глядит, загорает, короче. О, это мне подходит, чад первый балл. На билет и лети отсюда. Пачка сигарет в моем кармане. Ну что, покурим наконец? Ай, ну некогда, пока некогда, видишь, стресс, страну выбираю. Ну как хочешь, медведь, будешь курить? Пачка сигарет в моем кармане. Конечно. Я не курю вообще-то и вам не советую. Это вредно для здоровья! Нет! Нет! Сигареты нет! Ну ладно, пойду я отсюда. О, 5 минут назад я бы помог. 5 минут назад я бы смог. Эй, ну помоги, ну Иванушка, ну Иван, ну я от Волкова тебя же спас. Ну давай. Чашка. Чашка. О, чаёк?
Это прикольно. Чат, второй балл. Бабочка. Бабочки летают. Какие бабочки? Не татушку новую, бабочки. Удочка. О, хочу в Уганду, третий балл Уганда. Удочка, рыбка, половить. Ах, как хорошо. Ой. Нас не догонят, нас не догонят. Никто больше не гонится. Я сошла с ума, я сошла с ума. Мы сошли с ума, мы сошли с ума. Мы ничего не понимаем, мы все сошли с ума. Тихо, тихо. Где мне татушку поставить, как вы думаете? Ты уже там поставил на лице. А где еще мне тут поставить? Вон, пустое место над бровью есть. Поможете? Конечно, фанат. Давай сначала азбуку. Тогда утюги. Татушку будем делать. Утюги. Утюгом? Не. Б. Бармалей. Это не про меня. Ч. Чудо-дерево. Чудо-дерево, смотри, чаде. Ладно, третий балл. Все, давай, девчата, татушку мне делаете. А то мне в чат, по-моему, надо будет отправиться. О, what this? Космос. О, эй, Джексон. Да. Смотри в телескоп, давай, выбирай планету, куда отправиться. Луна, Земля, планеты, Солнце, звезда, созвездие, метеорит, комета. О, что ты выбираешь? Звезда. Звезду выбираешь, ага. Ну, а нам-то что с этого? Пока, Джексон, отправляйся на звезду. Страны, где звезды. Да, понял? Страны ищи. Я же тебя учила намеки понимать. Ладно, ладно. Нету тут никаких звезд. Одни цапли гуляют. Ну ты! Ой. Ничего, няня, ты меня хорошо научила. Ой. Я зато умею сейчас азбуку изучить. Буст. Буст. Буст, пуст. Ничего нету там. Там ничего нету. Там пусто, буста. Чико. Чико. Ускорение. Давайте, ребята, ускоряйтесь. Время тикает. Мне совсем мало времени осталось. А вы тут понимаете ли... О. My big is big. Илья, пожалуйста, послушай песенку. My big is... Ну, давай, сколько у меня там... Славя Прусикин, букв. Журнал. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Песня номер восемь. На остров отправляйся. Где лето, круглый год, понял, где жара. Ну тут всюду жара. Ладно, все получают по баллу от Ильи Прусикина. Ну где же мой милый Ваня? Я же ради него на все готова. Я даже готова снять футболку. Я даже готова быть для него голой. Блин, а для меня снять майку слабо? А ты не Ваня. Ладно, слушай песню тогда. Опять? Ладно, сколько у меня зубов? Три зубика. Три зубика? Только три зубика? Где остальные? Внутри, в рту. Ах, ладно, песня номер три. Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости. Вот и едь прямиком на ферму.
Там надо кормить свиней. Вот, доить коров. Вот, овец пасти. Яйца собирать у куриц. Много, короче, работы. Ясно? Ой, ну я же городская. А мне все равно. Ты куда ее отправил? В ферму. Девка, ну, вроде нормальная была. Ну, ладно, братуха. Я знаю одного пацана, у него это, как его? У него яхта есть! О! Ты кто такой? Я капитан Врунгель. О, я слышал, у тебя яхта есть, да? Отвези-ка рэпера куда-нибудь в путешествие. Наверное, Ботсвану. Ботсвану? Ботсвана третий бал. О, я... Пачка сигарет в моем кармане. А, ну наконец-то. Наконец-то. Дай прикурить. Пожалуйста, бери. Лизер, ты где-нибудь был, отдыхал из этих стран? Я был один. Это Чад. В Чаде был? Ну, там есть что делать? Есть, тут столица. Ну, и что там ты делал интересного? Я... сосчитал все транспорты и в других городах сосчитал. Ты чё, обкурился, что ли? Немножко, да. Пачка сигарет в моем кармане. Ясно. Ну, чат так чат. Четвертый бал. Пять минут назад я ехал. Пять минут назад я вызывал скорую помощь для Волковой. Ей нужна явно помощь. А, хорошо, что ее в деревню угнали. Хоть не мешается. Эй, а для меня транспорт выберешь? О, для тебя это... самолет. О, на самолете. Куда я могу полететь на самолете? Наверное, в Бруней. В Бруней, третий бал. Пять минут назад. О, что это? Фикси, азбука. Азбука для меня? Эй, Волкова! Волкова, где ты там? Ты говорила, для меня все сделаешь. Да, Ваня, я для тебя на все готова. Отучи азбуку. А я пошел 5 минут назад, и меня больше нет. Для Вани все, что угодно сделаю. Будильник. Не надо этот шум меня будить так рано. О. Чайник. О, давай поставь чайник, Волкова. Утюг. И погладь мне все майки. О. Ну ты не Ваня. Я для Вани поставлю чайник и поглажу его все майки. Понял? А ты не Ваня. Шу. Какая она дерзкая. У меня дерзкая няня была. Вот я и тоже дерзкая. Да. Правильно Таня Волкова сказала. Я дерзкая няня. Это, ну... А вы говорили, я вас не догоню. Привет, татушки. Ну что, придется изучать азбуку. Ты будешь. Вон, ладно. Утенок. Какой еще утенок? А тут птица, кстати. Уганда, пятый бал. Черепаха. Загорает на солнышке в Чаде. Чад, пятый бал. Белка. В лес? В лес не хочу. Не хочу я в лес. Не хочу я в лес. Ну?
не слушай эту дерзкую няню. Ты лучше отправляйся там, где... Солнечно, там нету туч. Вот, да? Это где же? Это был час, 6-й бал. О, good. Джексон, что ты тут вообще делаешь? I want to go to Dinosaur Park. Ага, ну правильно, ты же мертвый уже. Вот и будешь в парке динозавров статуей стоять. What you say? Go to Dinosaur Park, go. А, окей. Плюшникин. Да. Чего вам надо? Выучить дорожную азбуку. О, у меня есть права. Я недавно сдавал на права. Я сумею. Бензин, полный бак бензина и путешествие по Брунею и Ботсване. Ботсвана 3-й балл, Бруней 4-й балл. Чемодан. Бери чемодан и отправляйся в чат. 6-й балл. Улица. Улица Уганская. Улица Африканская. Ладно, мне некогда, я пошел. Кашу ем. Надо подкрепиться мне что-то. Ну чё, братуха, не нашел еще страну? Нет еще, последняя азбука. Вот. Ну давай, похожие буквы на латинские, я попробую. Быстро, я хочу, чтобы ты уехал. Надоел ты тут мне. Конкурент страны. Давай быстрее отсюда, пока я не взял дрель. Пока я не подкунил тебе змей. И не натравил на тебя пчел. На билет, вали отсюда. Я хочу быть первым в топе. Ой. Ой, какой он злой. Ужас, какой он злой. Так. Ну, главный эксперт знает. Ладно. О, тетушка сова. Моя тетушка сова, в детстве я тебя смотрел. Дерзкая няня заставляла мне смотреть все твои мультики. Ну, ты наверняка знаешь, где я могу отдохнуть от всего. Ну, это Чад. Лечаденная. Там неплохо. Юморист, я юморист, не так пошутил, попал в блэк-лист, и меня отправили туда, где овцы, и меня отправили в чат. Пока всем!